Употреблял в районе 10-15 лет тяжелые наркотики. Ну как, для кого тяжелые, для кого легкие. Начиналось все с трамадола, потом ширка, закончилось все метадоном. Последние где-то лет 5 употреблял метадон. Надоело, хочу пожить просто. Не в туннеле, не как в туннеле едешь, не видишь ни сезон года, ни цветов, ничего не видишь вокруг вообще. Сейчас я вот начал замечать, что цветы цветут, трава зеленая. То как в туннеле все. По туннелю мчишься и все. Надоело уже. Ну, перестал смерти бояться, уже смирился с тем, что уже еду до конца. Смерть меня уже не пугала. Я смирился с ней. Лечение проходило, ну, все мне понравилось, в принципе. Сеансы. Ну, самое продуктивное это на сеансы. На сеансах, ну, сам появляется именно отвращение к наркотику, конкретно у меня, вызывало ротные рефлексы. После подшивки мне уже стало легче, потому что я знаю, что нельзя. Но провокация — это еще последняя точка, чтобы уже точно знать, что я с этим покончил. Конечно, тревога присутствует, естественно, потому что там подписывали бумаги, что есть угроза жизни, угроза здоровью. И этих бумаг было не одна. Приносили, эти расписки писали. Они меня больше напугали этими расписками, чем самой провокацией. Возвращаюсь на работу. Хорошо, сейчас лето. Буду на велосипеде на Днепр ездить. Заниматься потихоньку там, на турниках, на брусьях. У меня немного проблемы с печенью, тяжесть. Мне нельзя поднимать тяжелое. Сразу печень начинает вылазить. Поэтому повезло, что сейчас лето. Сейчас можно съездить покупаться, проехаться на велосипеде. Ну, в этом плане так. Работать буду дальше, продвигаться по карьерной лестнице. Я начал просыпаться только вот несколько дней назад с настроением. То я просыпался постоянно в какой-то депрессии, в апатии, постоянно не замет... ну, как в туннеле, вот, несся по туннелю. Не видишь ничего вокруг, ни людей, никого не замечаешь. Просто в туннеле. Сейчас хоть можно голову вверх поднять, посмотреть, облака там есть еще, трава зеленая, цветы, оказывается, растут.